Мне повезло, вы только что пообедали, поэтому вы можете даже немножко вздремнуть, если вам будет скучно. Спасибо вам, что вы здесь. Мне очень приятно здесь находиться. Очень приятно быть здесь на UT Camp. И я поняла, что вы упомянули копирайтинг и маркетинговые тексты. Поскольку я занимаюсь и маркетинговыми текстами, и копирайтингом, я пишу, и иногда я также редактирую то, что я написала. Я говорила вчера о том, как нужно адаптировать маркетинговые тексты. Сегодня я буду рассказывать, что происходит до того, как текст приходит к вам для перевода. Какой информацией нужно владеть, чтобы работать с этим текстом. И я надеюсь, и я думаю... Если возникнут вопросы, я буду давать пояснения. Я бы хотела начать с примера. И, наверное, я попрошу вас поднять руки. Во-первых, насколько вы можете это читать? Хорошо видно? Хорошо, я прочту для вас. Это страничка продаж из HubSpot, которая является маркетинговым провайдером. И вы видите, что предлагаются различные пакеты. То есть, если вы хотите стать их клиентом, вы можете начать с одного пакета, который начинается с одной стоимости за месяц, или же выбрать другой профессиональный пакет или пакет предприятия. И это страничка продаж. Мы все с ними знакомы. Если у вас стартовый пакет, то они вам могут помочь. Они вам перечисляют 5 пунктов, с которыми они могут помочь. Они описывают продукты, тип продуктов. В профессиональном пакете у вас есть все, что в стартовом пакете, и также еще немножко больше услуг. Посмотрев на это, вы можете составить картину, о чем оно. И я бы хотела вас спросить, насколько информативен этот текст? Он заинтересует вас? Достаточно ли информации для того, чтобы оно вас заинтересовало, или сделать клик и купить? Да или нет? Не сложно. Не-не-не. Давайте предположим, вы можете кликнуть и узнать об этом больше. Хорошая ли эта страничка продаж для вас? Все это... Хорошо, очень хорошо. 10 баллов. Я вернусь к вам позже. Она информативна. И все так делают, поэтому она должна сработать. И ясно, что вы получите благодаря этой странице. Они перечисляют вам все характеристики, вы будете точно знать. И я знаю, что женщины не будут покупать на этой странице, но предположим, что вы все проверили, все, что они предлагают. Вы все знаете об этом продукте. Вы бы купили? Этот продукт на онлайн маркетинг solutions на платформе новостей. Это что-то, что заставит вас подписаться? Да? Нет? Ну, я понимаю. Да, но я обычно многие из них пишу. Я не работаю с этой компанией, но очень многие странички продаж выполняются именно так.
Это обычно работает. И я хотела бы, чтобы вы посмотрели на это. Я знаю, что будет сложно читать. Я буду читать вслух для вас. У нас базовый пакет, который включает высококачественный, полностью подготовленный гроб из хвойного дерева. Также будут ассистенты и мемориальная служба мемориальных услуг и гостевая книга вместе с ценой. Указана цена. Стандартный пакет. Это декорированный гроб. Также входят услуги могильщиков. Также еще и цветочный венок. И 10 благодарственных записок. Я знаю, что вам смешно, но это, как, тем не менее, в 2013 году меня попросили именно заниматься вот этим для похоронного дома. Я была еще молода, и они сказали, что вы можете попробовать что-то новое. Я сказала, что это не сработает. Я хочу попробовать. Но я не уверена, что это сработает. Но я все-таки хочу попробовать. Хорошо. Давайте попробуем. Почему вы не сделаете текст, который будет работать лучше всего? И вопрос, насколько информативен этот пример? Он достаточно детально дает описание, однако я думаю, что вам не нужно знать, какого цвета форма у работников похоронного бюро. Однако он достаточно четкий, ясный и всеохватывающий. И есть... Почему бы нам не попробовать работать с этим? Однако скажите, купили бы вы эту услугу с такой веб-страницы? Сколько бы из вас купило эту услугу? Поднимите руки. Хорошо. Достаточно честно. Никто не поднимает рук. То есть, или вы спите, или вы не будете покупать. Если бы не было других опций, возможно, хорошо, но вы знаете, что есть больше похоронных домов, похоронных бюро, то есть у вас есть другой выбор. Interpreters cannot hear. Please give up mic. Хорошо. Хорошо. Итак, никто в аудитории не купит. Когда мы проверили, вы знаете, какой отзыв чаще всего мы получали об этой страничке? Рисунки? Нет. Нет. Просто говорилось, мне неинтересно покупать что-то, что называется базовый похоронный пакет. Мне неинтересно приобретать такую услугу, которая похожа, как будто я покупаю подписку на что-либо. И я определенно не буду ничего покупать у похоронного бюро. Это были самые частотные, часто получаемые отзывы. То есть помимо такой, это было достаточно забавно писать нечто подобное, но это еще и показывает, что люди говорят, что в любое время, когда они продают это в мире, это действительно не работает. Отличие здесь между первым и вторым, между двумя,
опять же, название это действительно не совсем удачное. И я скажу вам больше. У нас есть три варианта этого изначально. Понимаете, это бы никто не купил, поэтому это не было в реальной жизни. И когда мы говорим базовый, стандартный и премиум, то есть это на самом-то деле то, что заказывали, а затем мы стараемся немножечко смягчить это и решили дать название для этих пакетов, используя, ну, это, скажем так, название богов из древнегреческих богов, и поэтому это было более так звучало мягенько. По крайней мере, оттуда, где я, там, где я родилась, мы знаем о греческих богинях, и если люди это понимают, и действительно, это такие названия, имена, мы старались, чтобы это хорошо звучало, чтобы это хорошо читалось, и вот когда мы сделали этот разделительный анализ, и мы протестировали это на 50 пользователях, человек, и действительно, с предыдущими названиями базовые и премиальные это не работало. Следующая работа, следующая, здесь слишком много информации. Действительно, слишком много информации для того, кто сталкивается с такой сложной ситуацией, тяжелой. И действительно, она не подходит к описанию продукта совершенно, и она не подходит к целевому ожиданиям целевой аудитории. Создавая спокойную, безопасную текст, это наша работа, это наша задача. Действительно, мы используем формулы, когда готовые формулы, когда люди говорят, что люди, и надеемся, что это действительно сработает. Вывод здесь для меня был, если у вас, если вы проживаете в Средиземноморье в начале 2000-х годов, то есть нет контекста, не будет дел. И то, что дело обозначает в продажах, обозначает продать и получить деньги. Если вы думаете о контексте вашего текста, пожалуйста, напишите об этом перед тем, как вы начнете работать с этим. Если вы этого не сделаете, не будет работать. Итак, например, возвращаясь к этим вещам о гробах, цель маркетинга здесь, чтобы люди сказали «да», люди согласились с вашими предложениями и стали использовать их. Это действительно баланс между информацией, которую вы предоставляете, и то, к чему вы взываете. Вы должны найти способ, чтобы, увы, ваша информация подавалась максимально в таком порядке, чтобы вы получили положительный ответ. Если это продажа, то положительный ответ, конечно, это «пожалуйста, купите в один клик сейчас». Если вы пишете слоган, что это будет? Это будет понимание, что планируется. Позитивный ответ – это я действительно понимаю ключевые ценности, которые предоставляет мне этот бренд, и мне это нравится, это резонирует со мной. Если вы работаете, например, какие-нибудь акции для продажи каких-нибудь продуктов, например, это не крупные компании делают слоганы, например, во время акции, либо серии акций, это означает, да, я понимаю, какие выгоды я получу из этого, и я поэтому это покупаю. Вне зависимости от того, что вы пытаетесь написать, вы всегда, вам всегда нужно рассчитывать на то, что идея будет принята. И для людей, которые принимают вашу идею, получается, что происходит странное, что-то происходит странное в их мозгах. Это не только основывается на информации, которую вы получаете, это не только основывается на том, что вы думаете о свойствах продукта. Это также основано на вашей эмоциональной отдаче. Вы можете симпатизировать этому, или вы можете
почувствовать, что это действительно то, что вам нужно. Это вам нужно. И вам может понравиться визуальная идея акции. Или вам может понравиться те эмоции, которые эта акция в вас пробуждает. И это может на самом-то деле не связано напрямую с продуктом, который вы будете приобретать, но это основывается на нематериальных вещах, которые действительно касаются вас, вашего разума, вашей, и взывают к вам, основываясь на том, какой опыт, какая персональ, ваши личностные качества, ваши убеждения, уверования, интересы на вашем культурном основании. Например, я знаю человека, который из Южной Африки, он пример компании, акции, в которой участвовал Джордж Клуни. Итак, если бы я говорила с африканским аудиторией, я бы не смогла это использовать в качестве примера. Поэтому мы покупаем вещи не потому, что для чего они сделаны, не только поэтому, но также для того. Это все зависит от эмоций, которые эти вещи пробуждают в нас, когда мы смотрим на их рекламу, а также на лозунги, которые их рекламируют. Как нам добиться положительного ответа, используя копирайтинг? Вам нужно написать то, что будет нести цель, что действительно разработано и направлено на целевую аудиторию. Если я говорю с, скажем, с женщинами, которые любят заниматься в спортзалах, я могу использовать визуальные, то есть фотографии с... Я не могу использовать фотографии с машинами и мотоциклами, потому что это не цель. Я также не буду использовать всяким символизм, который связан с этим. Я могу использовать язык и стиль, который взывает к ним, с которым они знакомы, и я должна знать это очень хорошо. А также вы не можете избегать пять разных. Копирование, у вас больше часть шансов, потому что ваш мозг продолжает думать об этом, и если вы даете копию, вы можете поговорить о приемлемости этой идеи вовремя для того, чтобы действительно понять, с чем связана ваша целевая аудитория. Это важно. Это означает то, что это то построено на том, что нужно аудитории, что они хотят, что она хочет. Если вы хотите продать что-нибудь Иосифу, скажем так, да, попробуйте. Нет, не сейчас, не на сцене. Если бы я хотела сделать что-нибудь для него, конечно же, мне нужно было дать то, что ему нужно. Если бы кто-то подошел ко мне, ну, не знаю, по поводу работы в качестве анализа текста, подготовки текста, перевода, ну, я бы с этим не связывалась, потому что я с этим уже не работаю и не заинтересована. Поэтому я должна... И, конечно, это должно вовлекать, это должно пробуждать определенные эмоции, или действия, или противодействие. И последнее, но не окончательное. Я слушала сегодня Пола утром, который говорил, что есть больше, что мы на самом-то деле продаем. Люди все чаще и чаще интересуются тем, чтобы изучить по поводу личностных, персональных качеств бренда, и это действительно правда. Если копия, она просто похожа на все остальное, тот, кто предоставляет это, он просто как другой производитель. То есть чашка кофе похожа на все остальные чашки кофе, платье похоже на другие платья, ничем оно не отличается, и в маркетинге вам приходится с этим сталкиваться, с тем, что называется уникальным. Каким-то образом вы, как фрилансер, как личность, если у вас есть личностные бизнес, который основывается на ваших личностных качествах, на ваших ценностях, тогда иначе люди вас просто не узнают и не будут вас выделять из общей группы. И это действительно личность там, где мы базируемся на личностных качествах, на стиле, и мы должны знать, кто находится за экраном, кто создает то,
чем вы пользуетесь. Если вы читаете этот слоган, вы понимаете, о, наверное, это люди такие же, которые, как и я, это люди, с которыми я бы хотел работать, или я бы хотел это купить, потому что они верят в те же самые идеи, в которые я верю. И для того, чтобы это сделать, мы переходим к довольно-таки длительному и загадочному процессу, но я бы здесь хотела выделить три основных этапа, и мы сейчас подробно поговорим о каждом из них. Все начинается с исследования. Исследование – это не сексуальное, не привлекательное. Исследование – это занимает много сил. Я понимаю. Итак, мне нужен слоган. Что вы хотите сделать? На что это будет похоже? Например, стеклянное пирожное. Например, нет, мне не нужен заголовок, например, мне нужен... Вы не собираетесь продавать продукт без одного заголовка. Нам нужно что-то придумать, нам нужно что-то сделать. Итак, дальше мы думаем, кто наш клиент? Все? Все, кто угодно. Кто наши конкуренты? Итак, все, кто будут показываться в результатах поиска на первой странице движка Google. Просто сначала узнайте, загуглите это и узнайте. Я делала это буквально 2 недели назад. И так, первая фаза – это на самом-то деле вы получаете информацию, выдаиваете информацию из вашего клиента, и обычно они очень заняты, и можно сказать, что они наивны, потому что они не думают, что они должны работать и делать что-то в этом направлении. Ну, на самом-то деле, вы должны объяснить, что если они хотят что-то продать, им нужно все-таки быть вовлеченным в этом. Поэтому вам нужно заставить клиента, чтобы он работал вместе с вами над его же проектом. Кроме этого, что вам нужно знать? Для того, чтобы создать что-то, что имеет смысл, вам нужно знать о компании, об их ценностях, о том, что они пытаются продать. И, конечно же, о их видение на долгую перспективу и то, на чем они основываются. А если вы работаете на компанию, которая давно существует, вам также нужно будет просмотреть их предыдущую рекламу и взять материалы. Просмотреть их материалы, и, конечно же, вам нужно будет знать, новая эта компания или старая, и есть ли у них уже какие-то базы клиентские и тому подобное. Вам также нужно будет знать, где они продают. Поверьте мне, некоторые места могут... могут реально играть роль для того, производства продукции для продаж. И, конечно же, с кем мы разговариваем? С Джозефом, с Марком, с Лизой. С кем мы разговариваем? Как эти люди, когда вы думаете о целевой аудитории, вам нужно знать их возраст. Это также важно. Но очень важно знать, с кем мы разговариваем, их интересы, информация об этих людях, что они делают в свободное время. И иногда эту информацию достаточно сложно получить, однако она очень важна, когда вы будете работать над стилем, над языком, как приблизиться к своей целевой аудитории. Вам также нужно будет знать о целях, о коммуникативных целях. Один из моих клиентов, с которым я работаю 10 лет, у него была потрясающая привычка писать что-то. Пиши о чем-то. А для чего? Хорошо, давай создадим каталог. И таким образом, что именно вы хотите, что мы обсуждаем, текст для каталогов. Хорошо, вы тратите время, вы пишете. Через 3 недели вы видите кусочки этих копий, скопированы и вставлены на веб-страницу. Что же не так? Таким образом, печатный каталог,
печатному каталогу не нужен движок оптимизации поисковой системы. И мне до сих пор нужно им доказывать, что им будет проще сказать, чтобы они мне давали задание сделать два небольших кусочка для одного, для одной страницы, для другой. Такое бывает. Но вам лучше знать, перед тем, как вы начнете писать, куда это пойдет, на Facebook, на телевидение, на радио. Также форматы и социальные сети. Вы должны знать, это новые клиенты. Если это новые клиенты, спросите их об их стиле. Они скажут, да, мы классные, хорошо, может быть и так. Однако, каков ваш бренд? Да, вы классные, но все-таки можно подетальней. И еще вам нужно узнать у клиента, для чего вы это будете делать, для каких визуальных средств, для какой рекламной кампании. Это может быть какая-нибудь промо-кампания на телевидении, или это будет что-то на следующий месяц. Таким образом, чем именно мне предстоит заниматься? Мне однажды позвонил клиент, попросил написать для веб-страницы, домашней страницы. Я уточнила, что это за страница. Он сказал, это веб-страница, которая будет запущена через несколько лет. Это такой длинный проект. Хорошо, если я не знаю ничего о содержании, которое вы туда поместите. И работая, я поняла, что они еще не готовы, и им еще предстоит обдумать свое содержание. Вам нужно общаться с людьми, вам нужно обсуждать, вам нужно много общаться с людьми, и вам нужно заставить их сотрудничать с вами. И тогда вам нужно будет также пойти немножечко заняться шпионажем, нужно будет зайти на веб-сайт таких конкурентов и посмотреть, какую информацию они выкладывают. И даже если для вас уйдут на это недели для того, чтобы составить информацию, это важно, потому что таким образом вы получаете представление о том, какие стандарты от вас ожидают, какие стандарты от вас хотят получить, что сработает, а что не сработает, как в выше приведенном примере, какие есть ограничения в работе. Потому что вам, если вам нужно создать короткий текст для первой страницы веб-сайта, таким образом мне нужно использовать краткие предложения. Если это текст приветствия для каталога, тогда, конечно, с радостью. Таким образом, изучая конкурентов, вы изучаете рынок, и вы понимаете, откуда они получают клиентов. И также уникальное предложение о продаже, поскольку когда вы просматриваете материалы и страницы конкурентов, вы таким образом можете также привнести что-то важное для аудитории, и таким образом вы не пытаетесь сделать что-то лучше, но вы пытаетесь обновить то, что от вас хотят. И, конечно, когда вы общаетесь с клиентом, вы никогда не сможете составить полную картину о целевой аудитории. Вам нужно будет накопать еще информации. Я когда-то очень полагалась на своих коллег, коллег-переводчиков, потому что мы все разные люди, и мы принадлежим к разным нишам. И когда я писала что-либо,
И когда я понимала, что это потенциальный клиент, я говорила, что вам понравилось в этом продукте. И я понимала, что от меня ждет. И таким образом я также давала отзыв своим коллегам, которые переводчики. И таким образом у нас складывалась коллективная картина. И таким образом это является вдохновением для каких-то новых концепций. И у вас появляются новые мысли, новые идеи. И у вас появляются связи. И вы можете понять, с чего вы начали и где вы находитесь сейчас. После этого много-много часов, после такого многочасового копания, вы переходите к письму, и вы начинаете что-то делать. И то, что нельзя упускать, это тональность и голос. Я знаю, что это звучит несколько расплывчато, однако тональность — это и есть персонализация бренда, и я вам докажу это. Тональность и стиль маркетинга — это инструмент позиционирования бренда. Если я продаю автомобили, различные автомобили. Это может быть обычный автомобиль или автомобиль премиум-класса, но если я продаю 500 автомобилей, как вы считаете, я буду продавать их так же, как и автомобили другого класса? Человек, который хочет купить определенный автомобиль, и когда человек понимает, что для него это слишком дорого, еще до того, как он увидел страничку, описывающую эту продукцию. И с другой стороны, если вы очень скромно пишете о продукте люксового класса, он уже не выглядит люксовым классом. И таким образом, этот тон нашего голоса — это иллюзия, и мы об этом поговорим уже через минуту. Это действительно очень сильный инструмент для позиционирования бренда, и это является ключом и ядром для того, чтобы сделать добиться связи с действительной аудиторией. И мы здесь должны различать, мы все знаем, что мы все разные, и клиенты, конечно, тоже разные, продукты разные, и они хотят говорить с тем, кто действительно будет звучать убедительно, но он будет отличаться. Они хотят найти того, что он не такой, как все другие. И тональность голоса — это тот элемент, который строит доверие. Доверие клиенту, доверие у клиента, потому что он начинает представлять, кто у нас за экраном, за этим брендом, и он начинает доверять этим реальным людям, которые становятся для него реальными, и, опять же, он начинает доверять тому, что ничего не имеет в виду, никакой связи с его персональностью, например, это программное обеспечение, и они, например, хотят одну тип программного обеспечения или другое, потому что компания вызывает у меня чувство доверия, я больше понимаю, чем занимается эта компания. И действительно, это поддерживает мои слова. Я докажу вам, что слова, тон голоса — это действительно вещь. Вы сейчас не видите, не можете прочитать это, но это одна вещь из бумаги и одна вещь — это скрил. Я скажу, что это одна и та же вещь. Вопрос перевода денег. Итак, бумага предлагает любому бизнесу, либо физлицу спокойно, безопасно, эффективно, дешево проводить оплату онлайн. Итак, скрил. Скрил делает онлайн с 2009 года бесплатно, то есть эффективно бесплатные платежи. Как это все звучит?
по-разному. У меня были шанс работать, когда только появился Skrill, и я работала с ним в Италии. И что мы сделали? Это была команда переводчиков, и мы работали вводили информацию на сайт и создавали глоссарии в таких вещах, которые нам не нужно употреблять для того, чтобы мы выделялись из этого. Но это сложная работа, потому что мы говорим об одной и той же вещи. Мы продаем одну и ту же вещь, но нам нужно работать на контракте. И так далее. Но я сейчас не собираюсь вас мучить этими примерами, но я просто хочу показать, что это работает, даже если мы об этом не задумываемся. И действительно, мы говорим о тональности голоса. Мы чувствуем это в копии, то, что мы читаем, и это отражается в нашей голове. И мы получаем представление о компаниях. А тон голоса в письме и выражении себя – это смесь вещей. Конечно, есть техника композиции, как мы складываем вещи. Это зависит от тональности. Также есть формулы, которые называются формулы копирайтинга. И это все изменилось, меняется каждые 6-7 лет. Также так, эти вещи, они дают нам отличие. Даже если мы продаем вещи, вы видели уже эти примеры. Вы не можете использовать одну и ту же формулу для всего, для продажи всего. Это само по себе выражается в визуальности, визуализации, но я не говорю об этом. А, скажем так, я говорю о фигуративном языке, в метафории, в символизме. Это выражается через слова. Те слова, которые вы используете для того, чтобы добиться, достичь чего-то. Это вам показывает, и вы о том, какой словарь вы используете. Скажем, бумага предлагает вам это и это, и это все начинает напоминать мне, что это лекция моего университетского профессора. А Skrill решил, что они будут это быстрее делать, скажем так, онлайновые оплата, оплата онлайн, не, безо всякого лишнего. То есть это именно страница, которая рекламирует продукт. Мы не собираемся ничего повторять. Это будет все легко написано, доступно и легко для пользователя. И понятно, что за всем этим стоит тональность. И здесь у нас 4 примера. Это еще один пример, так как не творческие, не художественные тексты, но как они, я хочу что-то художественное, я хочу что-то креативное. Но здесь у нас стандартная информация от сайта по электронным продажам. Когда мы говорим о креативности, о маркетинге, это действительно то, что означается, что мы называем креативностью в настоящей жизни. Но есть, это не на самом-то деле то, что мы называем креативностью, но здесь присутствуют элементы, которые мы используем для того, чтобы создать креативность, и используем эту креативность для того, чтобы это у нас отличалось от того, что предоставляется на рынке. Итак, здесь сообщение о том, что продукт отсутствует. Вы, как вы понимаете, по смыслу это не сильно связано с креативностью. Итак, первое. Вы видите, что тот продукт, который вы выбрали, мы сейчас не можем доставить, приносим извинения. Его сейчас нет у нас, поэтому, пожалуйста, добавьте в ваш список желаний, и мы вам его вышлем, как только он будет доступен. Как вы определяете эту тональность голоса? Довольно-таки формально. Да, формально. Официально, сухое, отлично. Как государственная организация. Совершенно верно. Это то, что вы получаете, когда нам здесь нужен деловой, формальный, корпоративный тон голоса. То есть безо всяких украшений. Это действительно так, как есть. Это просто информация. Нет намерений, нет никаких желаний создать какие-то эмоции. Это просто для
информации. Или, следующий пример, вы выбрали тот продукт, который сейчас недоступен. Прошу прощения, пожалуйста, добавьте ваш список желаний, и мы вам его доставим, как только он будет у нас в наличии. Как вы думаете, как это? Да, больше так дружелюбно. Более дружелюбно. Да, хорошо. Это то, что мы определяем как формальный, но дружеская речь, это больше располагает, менее сухое. Третий вариант. Ваш любимый продукт в настоящее время недоступен, мы приносим извинения. Пожалуйста, добавьте в список желаний, и мы свяжемся с вами, как только он у нас будет в наличии. Та же самая информация, та же самый посыл. Но как это звучит? Более личностное, персональное. То есть вы все-таки еще не заинтересованы в том, чтобы купить этот продукт. Понятно, да? Но мы все-таки, да, пожалуйста, добавьте это в список ваших желаний. Да, это больше неформально и больше взывает к потребителю. Да, хорошо, я не знаю ваше имя, прошу прощения. Ирина сказала, что это похоже на то, что им действительно заботятся. И они думают о том, чтобы вернуться. Это то, что мы называем неформально, информационное и призывающее, приветствующее. В написании, в письме у этого есть отличия. Я позже скажу о лингвистических отличиях. Ну и последнее. Ух ты! Эти носки такие крутые, что они уже закончились. Пожалуйста, добавьте их в ваш список желаний, и мы свяжемся с вами, как только они появятся у нас на полках снова. Да, слишком разговорный стиль, да? Да, хорошо. Хорошо. Более эмоционально, да, конечно. The interpreter cannot hear the audience's suggestions, unfortunately. Да. Это больше рассчитано на более молодую целевую аудиторию. Понятно, что эта тональность голоса, это будет то, которое описывается таким термином, как неформальное вовлечение и действительно ориентировано на действие. Этот пример, который мы взяли из... Я взяла из одного из своего курса по копирайтингу, который я посещала, и действительно я сделала такую копию, как сделать техзадания с различными тональностями голоса. Что в результате? В результате каждый из вас имеет различный вкус. И последний действительно слишком для нас. Но кто-то действительно может, кому-то действительно это может понравиться и скажет, о, эти ребята выглядят круто, и у них все так быстро получается. Я дам вам небольшие примеры по разнице, лингвистической разнице этого. Итак, да, вы готовы? У нас есть формальная тональность. У нас нет никаких сокращений. У нас есть четкие длинные слова. У вас есть базовая информация, основная информация и небольшое желание убедить людей в чем-то. В чем отличается первый и второй пример? В том, что второй... Во втором нет пассивного страдательного залога, и действительно это имеется более, вызывает более дружеские чувства. Как вы видели в примере со скриллом, вы понимаете, что формальный официальный тон, а здесь у нас формальный официальный, но дружелюбный тон, потому что нет страдательного залога, и они используют стандартный
английский или стандартный русский или стандартный итальянский, говорите с людьми так, как вы говорите с обычными людьми. Что касается неформального, тут можно до бесконечности играть. Третий пример. У нас есть сокращенные варианты. У нас есть «мы с вами свяжемся». Мы будем в контакте. Вы понимаете, это говорит действительно напрямую с людьми. То есть, если в первом говорит «вас уведомят», ну, опять же, это как у нас налоговая связывается с вами. А здесь говорится «мы будем в контакте», именно в контакте с вами. Они напрямую связываются с вами, напрямую обращаются к клиенту. И четвертый – это то, что связано. Этот пример построен на букве «С», потому что мы продаем носки. Не совсем удачный перевод, но здесь игра букв и звукопись. Это именно создается. В английском есть звукопись, «S» и «socks» — носки, на «S» начинаются. И это именно действует на то, чтобы людей убедить, что носки крутые. И вот эти повторения звука «S» — это действительно отражается, остается у вас в голове и несет идея, что эти носки действительно очень классные. Использование фигуративного и символического языка здесь намного выше. Именно в нашем неформальном тоне, тональности, в сравнении с формальной тональностью. И вы видите, что третий и четвертый имеют вариации по длине предложений. И есть то, что длиннее, затем короткие предложения, и это дает своего рода вариации по ритму. Как это работает? Ритм работает, потому что он привлекает ваше внимание. Например, я говорю, что на-на-на-на-на-на, это все надо сделать. То есть люди просто не будут обращать на это внимание. А если я начинаю подымать, если я меняю ритм, если я меняю поток, длительность предложения, использую односложные предложения, однословные предложения, потом длиннее предложения, и действительно я перемешиваю, и здесь вещи становятся более интересные, более живые. Действительно, это то, как мы говорим. Мы не измеряем предложение по длине букв, по количеству букв. Итак, тональность — это действительно вещь. Если вы не думаете о том, как изменять, это работает. Еще одно большой, такой крупный ключевой момент – это конверсивный копирайтинг. Он используется для того, с фигуративным языком, с риторикой, с символизмом, то, что вы хотите поднять с помощью ваших слов. Символический язык – это действительно очень хороший способ для того, чтобы получить добиться понимания информации без написания, прямого написания ее, потому что он дает то, что человек боится получить напрямую. Я говорила, когда я о похоронах, я говорила, что мы пытаемся разделить, провести тест и разделить это таким образом, что вот эти все пакеты услуг, и мы назовем их именем богинь, древнегреческих богинь, чтобы не было, мы используем определенный символизм, который связан с грустной, печальной ситуацией. И мы стараемся быть аккуратными, осторожными, и мы пытаемся сказать людям то, что мы хотим, но мы используем это через символизм. Мы стараемся соединиться с людьми. Визуальные, а также чувствительные намеки, то, чтобы люди почувствовали, что это действительно настоящее, если я говорю о продуктах, пищевых продуктов, и если я говорю, что высокого качества продукт был сделан для того, чтобы... Но если я скажу, эти хрустящие закуски, когда я говорю хрустящие, вы можете почувствовать это у себя на зубах. Поэтому фигуративный язык делает вещи настоящими.
и они действительно делают, это действительно делает вещи материальными. И вы можете почувствовать услугу. И мы используем слова, которые связаны с чувствами, и это делает это более реальными и интенсивными для того, чтобы это все достичь и согласиться с этим. Это все потому, что символический язык, а также риторические приемы создают то, что ученые-психологи называют когнитивным, целевой когнитивной аудиторией. И если я использую метафору, я вовлекаю своих читателей, вовлекаю их больше, потому что это действительно... Это действительно должно, человек должен остановиться и подумать, а что же это означает, если я использую то, что общее, что используют все, все у людей не занимает на обдумывание этих моментов, но какая-нибудь миллисекунда, которую люди тратят на понимание больше, и они начинают вовлекаться, и они начинают быть заинтересованными этим написанием. И... Поэтому я советую вам использовать метафоры в ваших работах, потому что люди, метафора — это то, что не говорит напрямую, но оно намекает, и это делает большую степень вовлеченности, а также более сильный эмоциональный отзыв. Итак, мы реагируем на метафоры, мы реагируем на культурные отсылки больше, чем просто на текст, на прямой текст. Это действительно большой скриншот МРТ. Это было из исследований в начале 2000-х годов. Я не буду сейчас вам в деталях рассказывать, потому что я потеряю себя и потеряю аудиторию. Это показывает то, что происходит в мозгу, когда мозг воспринимает прямой язык, обычный язык, и что он, как он работает, когда он воспринимает фигуративный и метафорический язык. И то, что вы видите, это то, что фигуративный язык действительно активирует различные части мозга. И это делает больше мозговых центров, чем обычный текст. Поэтому это там, где у нас более... Вот откуда идет и вовлеченность, сильная вовлеченность. Поэтому подумайте больше. Если человек думает об этом, может быть, несознательно, но, однако, мозг работает на подсознательном уровне. И затем, когда у вас есть две или три версии, вы тестируете это обычно. Клиенты используют специальные аудитории для этого. Особенно для слоганов, для веб-сайтов мы используем раздельный тест, прежде чем просто обсуждение, панельное обсуждение этого. Итак, для чего вы это тестируете? Вы тестируете это для того, чтобы посмотреть, какое влияние оказывает ваш текст, нормален ли он для того, чтобы провести акцию в Фейсбуке, или... Например, нормально он для сообщения в Твиттере, хорошо ли это для страницы продаж и так далее. Вы должны поместить ваш текст, вы должны иметь контекст. Потому что клиент получает не только текст, он получает текст, а также телевизионный промо-ролик вместе с этим. Будет ли это постер, что это будет, я не знаю. Вы должны проработать эту копию, ваш результат в контексте. Да, да, я практически закончила. Итак, вы проверяете, насколько ясно все изложено, потому что если вам не удалось что-либо прояснить, и слишком много символического языка, текст получится неудачным. Также, насколько сфокусирован ваш текст. Иногда нам очень хочется рассказать все, и мы теряемся уже к концу. Также вы проверяете стиль и тональность.
насколько это подходит к вашей целевой аудитории. Если у вас более молодая аудитория, тогда сработает ли это с молодой аудиторией? И вообще, подходит ли это для вашей аудитории? И, конечно же, касательно основных аспектов проекта, насколько соответствует это запросам проекта, поскольку иногда... Может быть, вы получили хороший заказ, но вы не показали суть бренда. То есть вы делаете все возможные проверки, и это все выполняется до того, как вы направите окончательный вариант клиенту, заказчику. И обычно вы также создаете шаблон с вопросами, и у меня тоже это есть. И я также прошу обратную связь, запрашиваю обратную связь, прошу дать отзыв. И также, если мне нужно, также помните, что если вы работаете для молодой аудитории, обратитесь к кому-то, кто моложе. У меня, например, есть кузены, которым 21 и 24 года, и я всегда обращаюсь к ним. Если же я работаю с более старшей аудиторией, тогда я обращаюсь к своим родителям и спрашиваю, интересно ли вам, или это для кого-то, кто помоложе. Таким образом, проверив все, вы можете добиться хороших результатов, когда вы создаете слоган, вы можете создать массу опций, и затем вы просто выберете несколько, которые наиболее актуальны для вас. И помните, что всегда нужно работать. Даже когда работа над проектом завершена, потому что каждый раз вы столкнетесь с тем, что что-то могло бы быть лучше, чего-то могло бы быть больше, с чем-то нужно было бы повременить или что-то нужно было бы убавить. И так, когда вы что-то создаете, вы проверяете это, потом вы сужаете свою сферу. Таким образом, вы выбираете самое необходимое, смотрите, насколько это соответствует, и вы создаете что-то совершенное, и потом вы повторяете. Я знаю, что это звучит ужасно, но на самом деле это здорово. И в конце, когда... Если я выполнила хорошо свою работу, или другой копирайтер, вы даете ему хороший текст, и таким образом вы знаете, что аудитория будет ее использовать, может быть, для другой цели или для другой возрастной группы. И как переводчики в сфере маркетинга и люди, которые адаптируют текст, нам нужно понимать это и помнить. И сейчас, когда я завершила, спасибо большое. Было очень интересно. Хотя ты не захотела ничего продать мне, но ты мне предложила свои услуги. Я смотрел на нашу аудиторию, и в отличие от других презентаций, на других конференциях, многие смотрели на тебя, смотрели на экран, они не проверяли свои странички в Инстаграме. Спасибо. И у нас время для вопросов. Я знаю, что у некоторых из наших гостей есть вопросы. Ирина? Микрофон. Спасибо за презентацию. Мне интересно. Мне интересно, по вашему мнению, какое ваше любимое программное обеспечение, когда мы говорим о тональности? Потому что у некоторых брендов некоторые бренды, которые на рынке, они очень громко говорят о своем бренде. Что касается ПО, мне нравится...
Когда я покупаю программное обеспечение, мне хочется знать его характеристики, технические характеристики. Я покупаю его от компании, которая давно на рынке, и они знают, что происходит с рынком, и они знают, что нужно. И они разработали уже свою продукцию под нужды, под наши нужды. Еще вопросы? Можете ли вы назвать 5 тактик, которые вы используете для того, чтобы оптимизировать свой текст для SEO? Вы используете ключевые слова или вы используете что-то еще? Есть еще какие-то секреты? То есть вы говорите об оптимизации поисковых систем. Я действительно не работаю с ключевыми словами, потому что они не работают уже, и они делают текст скучными. Мои любимые вещи — это пытаться иметь ключевые слова, скажем так, которые у нас зафиксированы. Но это, скажем, работает одно слово на сотню, синонимы и вариации ключевых слов. И я это использую максимально, чтобы у нас было столько вариаций, сколько может иметь ключевое слово. Я также работаю с двумя или тремя альтернативами для каждого текста, но это уже на более поздних этапах. Сначала я делаю первый, и потом второй, и третий набросок, черновик. Я работаю, мне лучше всего работается, когда у меня есть действительно идея, четкая идея, что мне нужно сделать. И я смотрю, перед тем, как она воплотится, я смотрю на первый набросок, на первый черновик. Я думаю, что я могу оптимизировать. Затем я избавляюсь от повторов. Затем я делаю один. Проверяю. И мне действительно нравится, если это длинный текст, то лучше включить вариации ключевых слов заголовок. И я использую специальные разделы для заголовков, потому что они разделяют вещи, и они облегчают поиск, и также облегчают это для читателей, и читатель понимает, о чем говорит, что дает ему текст, и он ищет то, что его интересует. Как вы это называете по-английски? Претензионные и тяжелые. Вы обычно делаете это по умолчанию или это только если у вас требования клиента, вашего клиента, скажем, который просит вас, заказывает вам определенный текст? Вы делаете это постоянно или только если клиент говорит вам, что хочет, что мне нужно будет использовать оптимизацию, и берете вы что-то сверху за это? Если кто-то просит меня сделать веб-сайт, то я буду на самом-то деле плохой провайдер, если я не оптимизирую копию. Клиент может даже об этом и не подозревать, о том, что ему нужно оптимизировать. Это редко, но это бывает. Но это работа, моя работа как копирайтера, для того, чтобы я использовал элементы, которые и понять, что нужно оптимизировать, а что не нужно. И если я продаю не оптимизированную копию, ну, как мы можем назвать это? Вы говорите, это мусор, это отбросы. Да, это получаются отбросы, потому что им нужен текст на веб-сайте, нужен веб-сайт, который будет работать, а я даю то, что работает. Поэтому мои расценки включают, естественно, оптимизацию для... Я дополнительно не беру за это. Я думаю, что это было бы нечестно, потому что, когда люди обращаются ко мне и говорят, я говорю... Вы хотите веб-сайт? Хорошо, за 500 я вам сделаю веб-сайт, а за 550 я еще буду его оптимизировать. Я думаю, что это нечестно. Я думаю, что наша работа заключается в том, чтобы вы предоставляли самый продукт самого высокого качества и, естественно, включали в него оптимизацию поисковых систем, потому что иначе это не будет работать сейчас. Спасибо, Александра. Еще один вопрос. Да, он такой короткий. У вас были проблемы
есть ли у вас клиенты, которые иногда настаивают на том, чтобы вы выделили ключевые слова? Да, есть, иногда они обращаются, потому что они действительно, у них в менталитете заложено, что надо как можно максимальное количество ключевых слов включить. Но вы, что надо делать? Я обычно показываю вам последние разработки Гугла, которые говорят, это на одну страницу, то есть вещи, каким образом работает сейчас у нас современная оптимизация поисковых систем. Это несложно, это занимает, возможно, один час вашего времени для того, чтобы сделать это. И я думаю, что вы можете делать то же самое, взять такую же практику с разными вещами и всякими мифами, которые связаны с нашей работой. Вы можете сказать, смотрите, вещи действительно здесь отличаются. Сначала вы делали вот так вот, а сейчас это все изменилось. И сейчас я вам советую лучший способ это сделать. Можно здесь. Пожалуйста.